Давай, соебался от стеночки нахуй. Хуйня, да, полная? Заебали твои ноги нахуй. Да, бля, не обижайся, ты ебаный в рот, блядь. Проникновение, чувак, да ну нахуй. Тебя выебал денег. Ебать, поехали. Всем привет, ребят, с вами Сашка Аксен и Артём Москвичёв. И сегодня мы снимаем реванш Game of Bike, который сняли на прошлой неделе. Вы просили, мы сделали. Кто просил? Правила. Просили реванш, бро. А, да? Какие правила? Правила, как в тот раз. Вот тот чувак, который неделю назад тоже был. Играем по скейтерским правилам. Если загадал, можешь гадать снова. До 5 букв, по 2 попытки на повторение. Если загадал криво трюк, то переделываешь снова на загадку. Один экстрачанс, в конце 3 попытки, на этом все, и мы начинаем. 42-й опять снимает. Кто первый-то? А, блядь. Кто первый? Давай, камень, ножницы, бумага, или кто первый сделает барспин? Одинаково. Ну ладно, давай. 1, 2, 3. Начинает у нас Артём. Москвичёв. Снова нихуя не говорим, да? Да. Давай. Бля, самокатеры те же приехали, нихуя. Слушай, самокатеры тоже те же приехали, что неделю назад. Блять, банки до сих пор не убрали, неделю ставят. Блять, покурил бы, если бы стоял. Вот это игра! Счет уже 1-0 с первого же заказа, пацаны. Я считаю, это жесткая гаска на этом парке. Опа, вип, думаю. Думаю, правильно. Хуйня, да, полная? Танек, давай отдыхай, блядь. Ебать, чего? Стой, сука, мы по скейтерским правилам играем, ты загадываешь. 2 доллара. Давай, соебался от стеночки нахуй. Респект. Тут будут жесткие трюки, братик. Давай, слышь, я тебя освободил все. Да, бля, не обижайся, ты ебаный в рот, блядь. Поехал, начал. Третья, четвертая. Сука, в Сашу, да, блядь. А вот такие крутые перцы. Давай, да папа крутись. Ну давай, блядь. Гейская кепка. Да, еще никто не знал, у тебя кепка, значит, гей. Да, чуваки, вот реально, напишите в комментариях, что вообще думаете по поводу джинсов Тёмика. Бля, ну вроде норм, но, блядь, колхозные, бля, непонятно. Ебать мой хуй. Человек взял экстра пенис. И счет у нас 1-0 остается. О, ебать, 1-1. Ебать. Чистенько. Чистое дерьмо. Без комочка. Ёпта, нахуй, на Т, блядь. С первого раза? Бля, такие трюки, конечно, не берутся с первого.
Чего, блядь? Чего, блядь? Что ты сделал, блядь? Нормально, блядь. Санёк взял экстра пенис, просрал его, и счет получается 2-2. Слышь, давай гэс-клип. Трюк сделай какой-нибудь. С Киргизии, нахуй. Всё, давай, свободен. Поехал, начал, сука. Чувак, ну ему похуй, честно, вообще. Умеешь ты, не умеешь, как бы извини. Санёк, ну чуть-чуть другое надо. Давай, баттерфляй, ёбни. Парни, счёт 3-2. Санёк сосёт. Хуйте в жопу. Чуваки, напишите в комменты. Чё, пизжа? Мансы. Или блядики? Ёбаные. Ладно, не ёбаные, но блядь. Ебать, я снимал, охуенно. Санёк, сделай спич, у тебя плюс 2 балла. Ясно, нахуй, давай домой. На отработку давай. Да уж, прорайдеры. Парни, счет 4-2, если чё. Засал? Что ты скажешь? Какой счет? Какой счет? Пизда, рулю. Санёк, тебе пизда сейчас. Внимание на ножки. Блять. Ебать, спервоща нихуяся. Чёмик, давай, добирай это дерьмо себе в копилку. Ставлю. Ну все, ты проебал. Блять. Ебать, Саш, ты в порядке? Да. Ладно, ебаный. Опа. Да. Да, как ты умеешь, красиво сделай. По-угарному. Красава, нахуй. Последняя попытка, Саш. Да ну нахуй. Охуеть. Он думает, что он сделает, но он не сделает трюк, который сейчас будет делать Артем. Что он засыт, я уверен. Ну ладно, не уверен, но думаю, что засыт. Поехал, начал! Сбивай крышку гроба ему нахуй. Да, это я про нее говорю. Давай, Санёк. Ебать, ебать! Проникновение, чувак, да ну нахуй! Вошла? Охуеть! Чувак, тебя выебал велик! Тебя трахнули сегодня!
Чувак, скажи спасибо, что пластиковые пеги, блядь. Давай, Саша! Блядь, что-то никто не поддерживает, ну ладно, похуй. Да ну нахуй, да вы заебали уже, кто-нибудь проебите, блядь. Чё там нахуй? Чуваки, 1 000 000 лайков, и я играю против них двоих. Ой, палец, сука, не заметил. Я еще и снял, охуенно, блядь. Давай, лошара, блядь. Ну ладно, что нормально. Чё думаешь? Последний раз 2 года назад делал. Серёг, делать, нет? Да. Блять, нахуй на дверь, а куда тури, блять. Сейчас все решится. Не кричи, тут дети. Че за киргиз так смотрит? Сейчас все решится. Решала, сука. Блять, все на третьих попытках, чувак. О, братское сердце. Сколько трюков научился, блядь? Просто чувак, за один гейм байк. Реально, на ATV научился? Чувак, на ATV взгляд никогда не делал. Был райд, очковал всегда прыгать. Спек, я вообще молчу. Что ты сделаешь? Охренеть. Я сейчас не то, что охуею нахуй, я сейчас охуею нахуй, ёпта. Бля, Тёмик, сделаешь, просто разъёбывают. Сейчас будет просто лютое дерьмо, нахуй. Сука. Блять, ебать, как мудак снял. Бля, Санек лучший. Я снял как мудак, если честно. Ну, табаган, блять. Ну, слишком близко было, чел. Ты сам сказал сюда вставать. Сейчас, я еще нормально снял. Сливайся, на. Сори. Продается в магазине Stress Bike Shop, ссылка в описании. Промокод в группе. Я думаю, это была охуенная игра, чувак. Победила дружба, сука, ебаная. Бля, вот это охуенно. Чуваки, в прошлой игре выиграл Артём Москвичёв. В этой игре выиграл Санёк. Всем респект. Чуваки, 1-1 реально. Опять же, если вы хотите, чтобы мы сыграли третью игру и выяснили, кто из нас, ну там, круче или не круче, все равно. Короче, парни. Бля, я не снимаю, чувак, блядь. Когда давай. Ты не снимал? Ну ладно, угорай, давай. Короче. Ладно, пошел. Итак, чуваки, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Колокольчики, фигольчики, комментарии, короче. Обязательно подпишитесь на Артема Москвичева. Подпишитесь на Санька. Всем спасибо. И на Ерему. Ерема 42-й снимал просто 1.5 часа эту напряженную игру. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пока. Ерем, покажи себя. До новых встреч. Чуваки, реально, я заебался снимать. Охуеть, все, ладно. Всем пока, чуваки.